Всем привет! Я хочу связать кофточку вот из таких ниток Нака Сириус. У них на 100 грамм 440 метров. 100% акрил. Нитки это турецкие, хорошие нитки. Вот у меня было вот такие нитки, остатки зеленые и белые. Я их вот так вот смешала и буду вязать из таких ниток вот смешанных. Эта нитка, она идет как бы из двух. Я разъединила и соединила вот белое с зеленым. Вот так вот получилось. 440 метров. И вязать я буду по кругу. Я вот начала уже для примера и нормально пошло. Я набрала 168 петель. Вот, я набрала 168 петель. Можно 180 набрать. Снизу я связала 3 рядочка для того, чтобы не закручивалось вязание у меня. Изнаночный, лицевой, изнаночный. Вот, 168 петель. На 4 спицы больших я сделала. Но можно на круглые, кто как любит. И пока что узор не виден. Вот, ну, уже видно даже, можно сказать, узор какой будет. Вяжется это снизу вверх по кругу. Вот чертеж. Снизу вверх по кругу вяжем. Потом в пройме мы закроем несколько петель. Потом в следующем ряду снова наберем. И так вверх пойдем. А потом вверху закроем все. Такое вот вязание. Вот и узор на 40 рядов. Вверх и на 12 петель в ширину. Это накиды, это 2 вместе лицевой, это протяжка двойная, это протяжка одинарная. Ну, узор не трудный. Сейчас я вот дошла уже до 23 ряда. Тут у меня булавка, чтобы видно было. И так пойду сейчас до проймы. Вот я связала до проймы. И вот мы дошли. Так, вот мы провязали. Дошли вот до этого места. Сейчас нам нужно закрыть для проймы по 12 петель с каждой стороны. Ну вот, допустим, здесь у меня будет пройма. Сейчас надо закрыть 12 петель. Вот я закрыла 12 петель, и сейчас дальше будем вязать резинкой 3 на 3 до следующей проймы. Если вы вязали на 168 петель, то мы вяжем 72 петли до проймы. Если на 180 вязали, то 78 петель вяжем. Вот я вяжу 72 петли до следующей проймы. Так, вот после проймы я связала 72 петли, закрыла 12 петель. И сейчас дальше опять 3 на 3. Только надо посчитать, чтобы мы потом будем набирать вот над этим местом 39. То есть так сосчитать, чтобы здесь узор совпадал резинки 3 на 3.
Так, и поэтому получается, что мне сейчас надо будет уже вязать 3 изнаночные, не 2 лицевые. Ну так, по узору получается. И я вот до этого вязала на длинных таких вот спицах. Это я покупала специально шапки вязать там, такие хорошие. А сейчас перехожу, потихоньку набираю вот на такие, на леску. Потому что сейчас мы будем пройму у нас набирать, у нас очень много петель будет, удобнее на таких вязать. Сейчас также 72 петли вяжем. Так, вот прошли мы круг полный, а теперь над проймой, над этой, нам нужно набрать 39 петель. А если мы вязали на 180 петель, то 42 петли нужно набрать. Воздушные петли набираем. Вот они, мои набранные петли. И сейчас дальше я продолжаю вязать узором. То есть 3 на 3 резинку. Так, ну вот. Первый ряд я уже связала над проймой. То есть 3 на 3 резинка. И теперь дальше идем. И сейчас все до верха 12 сантиметров. Нужно нам кокетку связать 3 на 3 резинку. Вот все петли у меня в вязке. Теперь только идем на автомате полностью весь этот круг. 3 на 3 резинка и все. Все очень просто. Вот я закончила вязать эту жилеточку. Она у меня будет детская. И вот верхняя часть. Вот такая вот. Будет жилеточка на девочку. Это все в носке само распрямится. Мерить я ее не буду, потому что это как бы не на меня размер. А покажу вам, какая была такая же, только на меня. Вот я вязала когда-то себе такую же из ниток стрейч, из Ализе. Вот здесь верхняя часть такая, растягивается она. Летняя такая была кофта у меня, но она уже у меня старая, я ее сейчас не ношу. Вот такой вот у меня низ. И по ее типу я связала вот такую вот детскую кофточку. Сначала я хотела ее себе вязать, но в конце передумала. Все там напишу в описании. Здесь я закончила сначала 3 на 3, а потом потихоньку перевела 3 на 2. Стала там вот изнаночные дорожки. И в конце закончила 2 на 2. Так как нитки не стрейч, ну, чтобы горловина не растягивалась. А здесь нитки стрейч, поэтому просто 3 на 3 так и шла до верха. Такая вот кофточка получилась. Узор у нее красивый. Он мне нравится. Вот такой вот узор. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!